Фредерика Доротея София Бранденбург, шведская, швед, 9 марта 1798 года. Штутгарт, принцесса Бранденбург, шведская, в замужестве герцогиня Вюртемберга, мать императрицы Марии Федоровны, супруги императора Павла I. Биография. Фредерика Доротея София родилась в семье марграфа Фридриха Вильгельма Бранденбург, шведского, и его супруги Софии Доротеи Марии Прусской, младшей сестры короля Пруссии Фридриха Великого. 29 ноября 1753 года Фредерика Доротея София вышла замуж за герцога Фридриха Евгения Вюртембергского. Супруги сначала проживали в Триптове, а с 1769 года в графстве Мюнпельгард на левом берегу Рейна. Фредерику описывают как умную и душевную женщину. Дети воспитывались в лютеранском вероисповедании, хотя герцог был католиком. Это условие было поставлено королем Фридрихом II и включено в брачный договор от 3 сентября 1753 года. Дети. Фридрих, герцог, затем курфюрст и впоследствии с 1805 года король Вюртемберга, женат на Августе Брауншвейг Вальфенбютельской, затем на Шарлотте Великобританской, Людвиг Фридрих, в первом браке с Марией Чарторийской, во втором с Генриеттой Нассау-Вальбургской. Их сын Александр основал линию герцогов Текских. Евгений Фридрих, женат на Луизе Саксен-Минингенской, София Доротея, в православии Мария Федоровна, супруга императора Павла I. Вильгельм Фридрих вступил в марганатический брак с Вильгельминой Тундерфельте де Радис. Их сын Фридрих основал линию герцогов Урахских. Фердинанд в первом браке с Альбертиной Шварцбург-Зандерсгаузенской, во втором с Паулиной Метсерних. Фредерика, супруга герцога Петра Альденбургского. Елизавета, супруга будущего императора Франца II. Карл Александр в браке с Антонией Саксен-Кобург-Зальфельдской. Генрих в браке с Каролиной Алексеевной, наградой орден Святой Екатерины одной степени.